1190 рублей. Это цена за блузу номер лота 87-257. Елена выбрала ту же блузу, что и я. Но сейчас, кстати, обсудим посадку. Ань, кому да, рекомендуешь такой фигуре? Кстати, смотрится. Мы видим, что наша Елена выбирает именно с поясом. Акцентирует внимание в зоне талии. Это замечательно. Подчеркивает зону талии. А Надежда обходится без пояса. Но при этом наша блуза смотрится не менее нарядно. А давайте обратим внимание в зону горловины. Принт мы уже с вами видим во всей красе, но вот зона горловины имеет дополнительное украшение. То есть здесь у нас, можно сказать, такой кулон идет в подарок вместе с нашей блузой. Не только пояс вы получаете, но еще и драгоценное украшение. Конечно, это вдвойне приятно. За такую-то цену со скидкой получить эффектную весеннюю блузу. Вы посмотрите, сколько здесь цветов собралось. Плюс украшения. Не пропустите. У вас есть номер лота на ваших экранах. Запишите его, перепишите сейчас. Не надейтесь на свою память. Сделайте заказ по записи и зафиксируйте вашу вкусную цену. Цена составит 1190 рублей. Анечка, ну и конечно же, каждому, кто сделает заказ сегодня, мы гарантируем подарок в честь нашего дня рождения. Ань, слушай, такая приятная вот на ощупь ткань. Я хочу показать вам, что она прям тонюсенькая. Такая прям отхолаживает. Прям любо-дорого. Вот носила бы каждый день. Да, мне вот тоже очень понравилась эта ткань. Она действительно приятна к телу. И это неспроста. Это смесовое полотно. Оно напоминает нам декоративный плотный шелк. Но при этом в составе у нас хлопок и лавсан. Хлопок дарит нам комфорт. А лавсан отвечает за те самые эстетические качества. Мы видим с вами, что здесь у нас с вами хлопок приобретает именно блестящие акценты, как шелк. Спасибо за это именно лавсану. Ну что ж, я тоже говорю спасибо нашим менеджерам, которым удалось найти такую яркую изюминку, такую блузу, казалось бы, на каждый день. Но посмотрите, вы можете надеть ее и на мероприятие. Вообще, на самом деле, у этой блузы есть секрет. Аня, расскажи его. А мне хочется, чтобы камера приблизилась чуть ближе к нашей Елене, а Елена повернулась спинкой. И мы увидим, что да, действительно, модный акцент на спинке у нас присутствует. Застежка, да, она функциональная. И у нас с вами такая застежка украшена декоративными пуговицами золотыми. То есть у нас с вами украшение у зоны горловины. И по спине у нас, можно сказать, идет золотой акцент. Ты знаешь, когда хочется что-нибудь эдакое, интересное надеть, иногда приходится заказывать в ателье, поскольку не продаются таких интересных моделей. Ну, Надежда, я прекрасно знаю, что в ателье это дорого. Конечно, дорого. Ты что? О чем мы говорим? Такая блуза, пошив в ателье, будет стоить 5000 рублей. Зачем? Спереди у нас эффектный разрез в виде такого окошка или замочной скважины. У нас также красивая зона именно возле лица и украшения за эту же цену. А ты знаешь, зачем у нас такое украшение в зоне лица? Для чего? Воротничок – это замечательно. Но под воротничком у нас скрываются защипы. Именно они позволяют нам посадить блузу идеально по зоне лифа, потому что здесь скрываются выточки. Это особенности конструкции, которые позволяют нам иметь красивый внешний вид, но при этом также иметь и идеальную посадку. Конечно, ну кто же... Ну, мужчины смотрят на грудь, они смотрят на талию, и здесь мы делаем правильные акценты. А стоит вам развернуться, как это сделала Елена, и все просто упадут в обморок от шикарного, сложного кроя вашей блузы. 1190 рублей.